Вары 67, 70, это очень мало. Шаман 40 тысяч. Рога 7К, это один удар. Рарник 400К, просто за всех ебашит по ним. Совушка 600К, вообще красавчик. Просто, ребят, видите, нет у него каста, накинулись как чайки, загрызли. Видите каст, милики, отбежали от него. Нет, 10 минут КД я во время пула на катану кидал. Что там на полу уже сдали? Перед вами Чарацус, эредарский повелитель пылающего легиона. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Блин. Дал. Кас босса главное. Ханта захильте и метка на нем. О.
Залейте ману хулипалом. Пока ману регенте хулипала, пока хилить нечего. Евгеша против Евгеша сам себя. Хорош. Вар побежал. Хорош. Черепок, черепок, ближе к боссу, не та метка, ближе к боссу, наоборот. Это даже и прохилить. Разбань. Лок. Кота, беги, Ракота, ну что ты делаешь? Поближе подойди, хилая, хилая, хилая. Я сама себя захилю, отстань. Кого ты захилишь? Я тебе могу приказ дать, ты просто дальше будешь хилить рейд и все. Скажи, я бабл массакру дам под инфернала. Смотри, можно забанить, зафирять и босса убьем. Смотри, лог двоих контролит, я одного контролю, можно босса добить. Да-да-да. ДК забери. Касс не сбили. Лок, я первого, ну, контролю. Твой следующий. Стоки. Бился, да не попался, весьма трагично, и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет. Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается! Здорово! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих... Пусть пекается, проще будет. Бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Какой именно? Пробуй того, что ждет нас в будущем. За Орду!
Да, да, да. На ромбике. Еще раз, что мне делать? Меня в Дискорде не было. Да. Инду бафните магию. Интеллект. Кстати, магия Фрост доспех, включите свой. Фрост, не Фаер, а Фрост, включите здесь. Ханты, ловушки не забывайте. Они просто к себе притянули ДКшники и все. Да я пока не могу, попозже только смогу чуть-чуть. Через полчасика. Ой, не туда, сори. Нужен отдельный человек на диск. На нем фул ходки висят вместе со щитами. Че, у вас ДПС не хватило? Да, представляешь, ДПС не хватило, хилов не смогли перебить. Тебя нет, без тебя тяжко. Мне тоже тяжко, пиздец. Лагает страшно. Я просто прям сильно пролагала, не успела выстрелить. Не, можешь мне другого дать? Я не успеваю за рогой. Он лагаю. И типа он телепортируется.
Сейчас я буду пробовать копала в вихрь кидать. Угу. Да, да, сейчас. Хорошо. А у Яника стойте. В смысле, со звезды нам еще и звезду держать? Конь. Я квадрат держу. Там еще кто-то про Геру спрашивает, Слав. Пожалуйста, не бегите к ним, вся толпа, не бежите. Адаван, сможешь его с меня забрать? Двоих попрыщ. Я еще приведу. Хилаю положили. Так, кого? Чего вы ханта не убили? Мы квест бьем. 5, сядьте, пожалуйста, сбивайте только с тех улипалов. Он очень много хилит. Опять положили. На мне хан с кошкой повис. Это невыносимо, он с двух костов меня убивает. Один за него на сову. Два выстрела. Ребят, на сову косты сбивают, на сову что-нибудь. По-моему, это уже ненормально. Только не истери, пожалуйста. Я возмущаюсь. Нам еще паникеры здесь не нужны. Иди нахуй. Ребят, сбейте каста на мага и на сову, пожалуйста. Дисплы, пожалуйста, черепа. Друзей своих нахуй посылай, поняла? Попала. Ребят, у вас маг кастует, убивает всех. Тут единственных, кто мог убивать, это сова и мах. И они у тебя всех поубивали. Просто каст хила минус хил. Каст хила минус хил. Это лучшие представители
потому что я их пробую бегать там, чуть смотрю на каст. Кастуют хила, минус хил. Других все танчат, у тебя... Нет. Их можно таунтить, а этих вот дебилов нет, они с костями очень больны. Покусь хилы, посмотри, кто их убил, и ты поймешь, что это Махисова. Меня маг убил. Вот, я же говорю. Я просто вижу тагры-то ихние. Тупо хил, 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 милик, милик, минус, минус. Доложитесь там уже, алё. Когда в тебя прилетает 18-18, это не хилится. Добрый день. Всего в следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Давайте попробую тогда мага в вихрь кидать. А не пала. Я просто капелла кидала в вихрь. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса Герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Тогда хз, капала дальше, так и дальше. Не знаю. Угу. Кстати, кто-то вышел. И можете не подходить к миликам, которых мы далеко держим? Они на вас агрятся. Да, я спокойно держал двух. Потом кто-то подошел, и они сразу... Ханты, ледяную ловушку на ханта кидайте.
Сможешь забрать? Евгеш, подальше отойди, пожалуйста, хулипал. От танков. Ты держишь? Да, вроде. Заберите с меня кошку, пожалуйста, если кому-то не сложно. Не действуй на нее корни. Ханты, эфир по кошке, блин. Не дается. Ветропряд, не подходи. Кто там подошел, ребята? Уйдите отсюда. Надо поднять, который упал. Эрдру, уйди, пожалуйста. Вот Милика, уйди, уйди. Тут холипал должен стоять. Танки в фьере, аккуратнее дефайтесь. Танки серии двигаются к нам, мы уходим от рейда. Уводим трэш.
Танки шире, аккуратней. Это правильно. Кстати, Мах, помнишь, я просил Фродоспех включить? Вот один включил, он живой. Тот, кто не включил, труп. Кто не включил? Да, он не включил, у него был Фаердоспех. Ты не спросил тех, кого убили? Кто убил? Милишники? Я как полагаю, просто спех мага, помогает. Мага, мага Ахан тупил. Где уж тебе? Я пока не могу прочитать это заклинание. Танки фери. На мне дезориентация. Талант остался? У меня, да. Заберешь его? Почему?
Вот это я понимаю, БГ. Это называется не чувств. Не, вот сейчас момент, когда мы одного пиздим. Вот это БГ, я А чё этот трофей кому отходит? Что-то я не услышал. Слайк, можно я заберу? Два в три танка, я половлю шарики, там станчат. Да. Я строй, строй половит. Что, в 4 танка, что ли? Я, если что, лагаю, который звезду держит. Сейчас, ребят, там секунду этот дам, этот напиточек. А если Триня выпадет, мы ее анролим? В туалет отошел. Уже да. Договор близнецов, конечно. Да, он не выпадет. Выпадет.
темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете. Струй, ты старайся черные сферы. Да, я смотри, как они далеко взрываются. Нам этот на черную, да, меня час? Нет. Танки черные собирают. Танки ловим, сейчас черные. Белые пропускаем. Хильте меня, сейчас будет очень больно. Танки бело ловим. Ну, репроков поменяй тотем на РДДшный, на хаст. У тебя ФТК есть в пати. А кто ФДК? Нету его? Я. Даю. Я дал танк.
ГЦ кого-то. Ебать. Договор, я же говорил, выпадет договор близнецов. Вот, сука. Ну и выбор смерти, ГЦ, ГЦ. Чё, выпадет договор близнецов? Да, ты чё, это сейчас без посох, блядь, на ханта. Стока. Да. На ханта. Сколько у вас? Да, ну, мало, хорошего. Мало. Сколько слайд? Это хуйня полная. Ну, пол хп мы максимум снесем. У нас сегодня пугами ходили. Короче, 220к было на вальках. Мы дали 140 на Ануби, и мы тику в тику убили. У нас еще и 24. Ну там перебежки, вся хуйня начнется, и просто ДПС этого не будет, нахуй. Трофеи берем на сову, берем на эрдру. А почему? Ты сам можешь раскидать их на сову и на эрдру. Не обязательно. ФДК же тоже Т9 носит. Выбор не будем анролить, Гиль. Выбор нет. Гильдию отпишите, кто, чё, кого. Ебать, ты серьезно, выбор не будешь анролить? Слушай, анроль на гильдию, выбор, похуй, главное своему, а. Ну это... Ну выбор это топ-3 на самом деле, да. Но... Выбор? Мне, конечно, жалко договор близнецов, но я за выбор. Это топовая триня, блядь, надолго. Ролим выбор. Не, там Кацуй выиграл. Сейчас я очень быстро отойду. Кацуя 82. Это на распыл сразу. Блять, мне. Да. 86, я тебе рейчат анонс даю, кто выиграл. Эрдру не очень, потому что у них ноги классно, им нонсет идет грудь. Не забирай в Эрдру ноги с духа, маг, что делаешь, блядь? Просмотри, в Эрдру тоже ноги Т9, хаст этот дух. А грудь у них в Т9 скрытом, без хаста идет. Там профитнее всего эта грудь взять тканевую. Вроде надо. Если поставить по шмоту по его. Ну это тоже на ханта, ну кота.
Она без сокета. Да-да, тут. Да, у меня как обычно. Падаван. 93. Падаван. А трофейчики ты не ролишь? Ну, как бы они обычно ролятся, да. Какие трофеи? Нет, трофеи у нас, блядь, на гильдию пойдут. Ну как это, смысл? Трофеи же были от ролл, по-моему, написаны. Ну. Трофеи уходят с советом друиду, блядь, который бревно. Купалу можно трофей. Паладину, да. На голову. ФДК. Я думал, типа, у вас был и один анрол, типа, без трофеев. Да хуй с ним, давай на ролл. Да-да, ролить, да, надо. Я вон оба стою. Сейчас подбегу. Не, трофей, если надо кому-то, нам нахуй не жалко. Мы же, блядь, не бичи ебаные. А, что хотел? Погоди, я хотел спросить, ребят, вы с трофеями ДК, разбираетесь? Паладин, бревно, сова. Ну. Я полагаю, все. Слышишь? Я что хотел спросить, Войт? Вот мы вчера ходили в рейд, если я не ошибаюсь, вчера Кацуи зарулила токен, правильно? Почему она его не... Вчера, когда мы ролили токен, который маг, лок и вот эти вот. Я не помню, что она зарулила. Почему она его не нулит? Пока не будет 4 куска на магии, смысла девать нету, это 9 профитней. Понятно. Тогда какого хуя она сейчас их ролит? Ну а что, бегать без токенов? Не, ну чё, сова, кстати, 2 куска Т9, 2 Т4, десятку давала. Пугарет не видел. Да, не, 2-2 у меня было. Можно и без Т4 давать, заебись. Дело-то не в этом. Я еще раз говорю, те, кто гильдейский, после рейда не ливайте, соберитесь. Я вам инфу кину. Там будет новое, что-то новое для вас. Двадцатку ты на вальках. Так что, трофеи типа не ролим, не?